упражнение подъемы рук с экспандером перед собой с акцентом на переднюю дельту. Встаем ногой на экспандер, удерживаем рукоятки в руках. Кисть мы можем в данном упражнении повернуть наружу для того, чтобы сбавить нагрузку на предплечье. Выполняем подъем слегка согнутых рук перед собой. Плавно возвращаем вниз, не убирая нагрузку с передней дельты. При подъеме выдох, возвращаем вдох. Выдох и вдох. Достаточно.